с вами Максим. И как вы видите, у меня обновка. Вот. Вот, смотрите, вот. Вот. Так что все норм, ребят. Все ок. Познакомьтесь с короче, Иван ГМ2. Ваня. Так что немножко попозже мы снимем наш общий канал. Но сегодня мы или сегодня, если охранника не будет, хотя мы сильно уверены, что охранника не будет, потому что мы снимали видео только кусками. Получилась у нас какая-то хрень, а не видео. Это все из какого-то, хотя это из-за нас обоих рукожопов. Да я, ну, да я не буду до отсюда залазить, да ты меня снимешь, ок. Окей. Трудно. Очень трудно. Может, конечно, у меня телефон подтупливает, но видео у нас отменные получаются. Особенно на природе, да? Все офигенно. Сейчас еще мы там будем бегать, потому что мы сейчас знаем то, что там кто-то есть. Вот, ой. Вот мы сейчас идем, вот смотрите, сейчас впечатлю. Вот. Вот такая хрень. Ох, сейчас бы телефон уронил. Знаешь, почему им было? А, вообще, понимаете. Так, чувак, на. Я же все это не обрабатывал, у меня все сразу идет. Я стараюсь, чтобы мне не попадало в кадр какой-то. Юля снимает, как называется. Иван. Зашибись. Так, потом после съемок мне надо позвонить маме. Уже 4 минуты видео. Успешно, значит, видео будет. Что ты сидишь-то? А что, все равно не спалят? Запалят. Я тебе отвечаю. Так, что-то там. Сейчас вычеркну свои сумки, попки. А может, их попробуем деньгами подкупить? Что деньгами подкупить? Хелов, чтобы они орали. У меня нету, у меня было 150 рублей. 50 рублей я потратил на жвачки, сколько там на Тархун.
воду, и у меня еще осталось мелочь. Че, дай жвачку. Офигеть, можно еще так? Не. Жвачку дать? Угу. Окей. Смотри. Пиздец. Вывалилось. Так. Все будет. Вот, вот. Вот что хранитель. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как правильно. Вот, а бота флип челлендж или вот, а бота флип челлендж. Чё? Я там богатство. Чё, какое вообще богатство? Вообще, офигеть. Давай по одной, что ли? Давай. Или тебе сразу две? Не, мне одну. Так, ребят, что-то у нас продолжили съемки, мы что-то рассказываем тут. Пошли. Угу. 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 Вот, давай мы прям мох кинем. Чё? Это белое. Кто это? Мокрица? Это мокрица. Мокрица. Это броненосец. Мокрица всё будет, пошли. Да я мокрицу сниму. Да я мокрицу сниму. Да я мокрицу сниму. Снял. Качественная водка. Кого отец пьет? Там кто? Заброшка, блин. Заброшечка, заброшечка. Убежали? Они нас, похоже, опять заподозрили. А нас в любом случае заподозрят, что будут тарать. Давай ты будешь бежать и этот. Че ты? Бежать. Ты будешь бежать и держать. Эй, напрямую бежим. Напрямую. Бежим. Прям так? Прям так. Раз, два, три. Здрасте. Кто? Здрасте. А. Здрасте, мордасте. Шарахните. Вот у нас все тут. Танки рыбы собственными глазами. Охраны-то там не было. Это были хорошие люди. Так что, ребят, жмякайте на лайки, на подписки. Ну и, конечно же, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео. Поехали, ребят. Да, здесь посидим. Стоп. Разговариваем о каких-нибудь там. А я вообще-то еще снимаю. Давайте, ну, давай вот здесь вот. С этими. Ну, прям. А Китай Булгай. Слушайте, ребята, кто согласен, то, что со мной тоже с Китай Булгай? Все фейковое. Ну, не фейковое, а
там. Крыша вафли. И вообще он называет наш, мой любимый канал Кимов, Тампон Чавес. У него тампон чавесный в жопе стоит, но не тампон чавес, а называется. А Кимон! Кимон! Ну это же, это... Видимо, ему нравится из Кимона Пумба Тимон. Так вот, где ему кабана взять? Этот кабан похож на Гриша. Гангстером. Меня? Ну. Ты это любишь? Ну. Нет, ты реально любишь одну? Варим. А чё не ссы? Ты не ссы! Ссы? Вот это местечко. Вот здесь мы залезали, здесь мы спускаемся. Ну, так ты что, ребят, здесь спускаешься. Давайте, прощаемся. Всё. Прощайся.